Традиционную акцию «Елка желаний» провели в местном отделении Всероссийской политической партии «Единая Россия». Благодаря ей несколько юных жителей Ленинского городского округа смогут получить подарки на Новый год. Вторая половина декабря не только пора подведения итогов партийной работы, но и время творить чудеса. Этим и занялись представители «Единой России» округа. Самый первый подарок «Елка желаний» от «Единой России» – это санки детские от Евгения. Есть пожелание 3 года. Деревня Сафронова, микрорайон Купеленко, квартал Северный, дом 21. Квартиру не скажу. Евгения, готовься, санки будут. Так, я возьму вот этот вот. Так, у меня Аня, 6 лет, кукольный домик с мебелью, ПЛК 52. Обязательно будет домик и с мебелью. Давайте возьмем самую верхнюю. Что у нас здесь? Милена, 5 лет, детская коляска, люлька для куклы. Поедем покупать люльку. Сделаем приятное Милене. Спасибо. Елка желаний. Маркеры краски для Арины. 9 лет. Так, Арина, будут тебе маркеры и краски. Варвара, 7 лет. Большой набор для творчества. Чемоданчик. ПЛК 52. Чемоданчик будет, творчество надо развивать. Напомним, акция «Елка желаний» инициирована Владимиром Путиным на всероссийском онлайн-марафоне «Мы вместе». В этом году она проводится уже в 6-й раз.